С праздником Урузуайт поздравил кыргызстанцев президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль-Нахаян. В поздравительном послании президента ОАЭ говорится: «Мне очень приятно поздравить вас с наступлением священного праздника Урузуайт и выразить свои искренние пожелания. Прошу Аллаха Всемогущего, чтобы этот праздник принес вам счастье, крепкого здоровья». Также свои поздравления президенту Садыру Джапарову по случаю Урузуайта направил и на наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заед Аль-Нахаян.